Ребят, в общем, сегодня мой день рождения, мне сегодня исполнилось 29 лет, вот за той дверью уже началась моя вечеринка, и меня сейчас выгнали буквально на несколько секунд, у них есть какой-то хитрый план, они заранее в чате все обсудили, и, в общем, мне кажется, я сейчас появлюсь, и там будет какая-то невероятная феерия. Просто очень сильно этого жду, переживаю, так сильно волновалась на тему того, как же все получится, как же все будет. Вот, мы сегодня празднуем на территории вот такого огромного завода, сегодня весь завод мой. Вот. Жду, пока меня объявят, и пойду. Пойду, ворвусь в вечеринку. Я сегодня благодарила вас в Инстаграме, естественно, как я люблю это делать, сторис. Я готова говорить вам слова каждому сегодня лично и в целом всем, кто пришел на праздник. И для меня, на самом деле, наверное, есть такой пунктик и самый важный момент, что сегодня на празднике присутствует прям вот родня, мама Света, Леночка сестра и братишка Андрей. Они вот прям такая основа, с которой мы видимся реже, чем с вами. Это честно, это по правде. Но сегодня они приехали, поэтому, мама, иди ко мне скорее сюда. Андрей, тоже иди сюда. Сегодня я точно понимаю, что моя семья, моя опора и так далее. Естественно, мам, благодаря тебе я вообще появилась на свет. И во многом все те достижения, которые есть, все те успехи, к которым я пришла в свои 19 годам, может, я так долго к этому шла. Хочу сказать спасибо маме, спасибо папе, которому вы передадите обязательно инфошку, либо я ему отправлю просто видео. Спасибо огромное вам за то, что вы есть. Теперь, мама, пару шагов вперед, и я попрошу Андрея вынести нам самый красивый букет для самой любимой женщины. Надеюсь, что ты будешь носить это с удовольствием. Мы это в процессе праздника увидим на тебе. Держи. Люблю. Для всей нашей семьи. Это правда.
Валя все-таки выбрала время, выбрала место, выбрала желание и все-таки смогла отметить свое день рождения и отдохнуть, а не поработать в этот день. А, вкратце скажу, что Валя для меня – это пример для подражания. Это тот ледокол, который просто разбивает все границы, которые когда-то я сама себе понаставила. А, Валю я узнала в школе, она была моим преподавателем. Потом дети растут. Да, собственно, потом, когда моя жизнь поменялась, я пришла к Вале и сказала: Валя, тебе нужна помощница. Она говорит: нет, мне не нужна, мне нужна, бери. Ну и, собственно, Валя привела меня в этот бизнес свадебный, да, где я сейчас пытаюсь, там стараюсь. Но важно не вот не это. Важно то, что для меня ты как старшая сестра, для меня ты тот человек, который всегда озаряет мне путь вперед. Я тебя безумно люблю, я очень рада, что ты есть в моей жизни. Спасибо маме, спасибо папе за такую потрясающую девочку, женщину. Я не знаю, как назвать, принцессу, за то, что ты есть. Это самое дорогое, что есть, это наши близкие люди. Я тебя правда очень сильно люблю. С днём рождения! Узнала оттуда. Я смотрю, такой высокий, классный мальчик идет по-любому ко мне. О май гад. Какие конкурсы? Меняемся. 3, 2, 1. Поехали. Теперь все вместе! Эй, бро! Вот еще
совместный дуэт, творчество, то, что мы воплотили в этом произведении искусства. Заранее мы, конечно, продегустировали, все нормально, все хорошо, через 2 часа тоже все будет хорошо, я уверена. Собственно, концепция нашего торта. Я разная, я вкусная, я красивая, я аппетитная, я сладкая, я фигурная. Просто я. Просто я. Давайте кто наша команда будет, да? Пойдем. Команда номер 2. Так, кто у нас рассказывает? А мы ничего не расскажем. Торт называется «Я». Ювелирная работа лучших кондитеров России. Рассказывайте. Наш торт называется «Мы любим Варю». И не только тортом, а как мы любим, и насколько остатки. И... яркая, красная, источная. Он со звездочками, я назвёздочка. А тут даже КВ написано, «Ковердяева Валя». Отлично. Это была у нас третья команда. Да. В общем, наш торт называется «Богиня». И зная Валю, мы хотим сказать, что этот торт, он всегда, как и Валя, жжет так, что дым валит прямо, ай да упаду, дым валит да упаду. Эй, дай шуму, ребят, что за ним присел. Самой 20-летней куражной девочкой и всегда
99 лет, 89, 109, чтобы ты могла себе сказать следующее. Ну а